Приветище! Я вернулся. Я ездил по бабушкам, по деревням, в общем, помогал им по огороду, по всем деревенским делам. И мы сегодня возвращаемся, точнее, как сказать, возвращаемся, окунемся в средневековье, где я открыл свою таверну. Ну, как открыл? Купил развалюху, как обычно, да? Нам во всех играх, ох, какие бабочки прекрасные, дают возможность купить какую-то развалюху, то есть не готовый бизнес, а именно развалюху, и нам ее приходится потом поднимать с колен, чтобы наш бизнес процветал, был красивым, классным. Значит, мы в средневековье, у нас таверна, и здесь кругом ходят одни качки. Посмотри на их мышцы. Они очень мощные. Ну, в принципе, в средневековье нужно было тягать двуручные тяжелые мечи, поэтому они все здесь качки. Что ж, давай зайдем в таверну и посмотрим, что у нас здесь. Открывайся. Открывайся. Не открывается. Нам нужно найти вход в это долбанное помещение, заколоченное. Кстати, доски можно оторвать? О, доски можно оторвать. Шикарно. Мы это потом сделаем. Вот, кстати, я могу пройти внутрь тут. Но сначала мне нужно снять доски. Почему снять они? Оторвать. Кстати, а куда доски у нас исчезают? Вот смотри, чпух, и все, испарилось, как фэнтези какой-то. Может быть, я в кармашке себе это кладу. Хотя на кой черт мне в кармане доски? Кто их знает? Так вот, значит, съездил я в деревню, отдохнул. Ну, как отдохнул? Трудясь отдохнул, потому что там работа непочатый край. Вот. Ну и кто написал, что я был в отпуске, оказались правы. Я уехал на 3 недели. И к двум бабушкам своим. Все там сделал, что хотел. Я, короче, молодец. И теперь мне придется делать такую же работу, похожую в таверне. Уборка, починка и все в этом духе. Значит, в таверне очень грязно, как ты можешь видеть. Паутинка везде. И у нас есть чудо зрения, поскольку я супергеройский таверянщик. Вот. Убираем всю вот эту вот грязь. Все вот эти скляночки, баночки разбитые. Боже ты мой, как я из этого сделаю отличную таверну, в которую будут заходить гости. Сюда никто в жизни не придет. В эту развалюху. Ну ничего, ничего. Мы все поправим. У нас еще есть щетка, шметка. Где она? Вот она, щеточка. Мы можем грязьку... Где здесь грязька? Грязька. Вот она, грязька. Мы можем ее вот так вот. Хоп. Хоп. Все быстро очень убирается, подметается. Мы просто молодчики. Значит... Вот это. Нам нужно 50% очистить от всего этого барахла. Осколки вымести мы не можем. Для того, чтобы их вымести, нам нужно убрать метлу и просто это убрать в кармашек, как и все в этой жизни тавернической. Кто-то вино тут разбил. Осмотреть зал еще раз. Что я тут не видел? Кругом развалины. А вот эти большие куски старого хлама просто так не сдвинуть. Может быть, в таверне найдется, чем их можно накрыть? Ха-ха-ха. Накрыть мусор? А не проще его просто убрать и выкинуть? Вот, кстати, простыночка. Простыночка. Нет бы эту простыночку использовать для моей кроватки будущей. Я буду ей накрывать хлам. Ну, что поделать. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть вообще. Опа. Ну, в принципе, как бы... Ты такой заходишь в таверну попить здесь пивоз. Эль, точнее. Пиво тут еще нет, тут эль. И смотришь, а тут какая-то фигня накрытая. И такой думаешь, что ж там может быть скрыто? Может быть, какие-то... Оружейные технологии в таверне, да, заныкали. Ну вот, я все, в принципе, накрыл, и как будто сразу чисто стало. Но кого я обманываю? Теперь тут не так грязно, говорит наш персонаж. Взгляните в кабинет, у нас тут еще и кабинет есть. О, а вот и кроватка. Похоже, здесь старый хозяин вел свои дела. Мне нужно заказать немного эля. Ты, кстати, глянь, ну-ка, мое убер-грязное зрение, где оно? Тут ничего нету грязного, ты представляешь? То есть старый хозяин засрал помещение, но не засрал свою спальню. Правильно сделал. Там, где спишь, не надо срать. О, это карта. Прикольно. Что, давай закажем эль. Покупка ресурсов. Мы разберемся без обучения. Что нам это обучение? Мы уже прожженные стариканы, которые во все симуляторы переиграли. Вот, кружка эля. Закажем ее одну штуку. А сколько вообще, в принципе, нам эля нужно? Ну, давай, пускай будет одна. Дождитесь телегу с товарами. Окей, дождемся. Ну, в принципе, пока мы ждем, про доставку все понятно. Что, телегу дождаться, что ли, сложно? Пока мы ждем телегу, я предлагаю подмести еще полы. И, в принципе, можно прибрать у входа. У входа вот это вот надо убрать.
потому что сюда в главный проход будут заходить клиенты, которые так что пока что мимо проходят. И причем они странно как-то ходят. Смотри, какая у них походка. Они какие-то деревянные. Буратины недоделанные. Вот это тоже уберем. В принципе, проход мы расчистили. Вроде бы тут чисто. Дверку вот эту я бы закрыл, потому что это все-таки мой кабинет. Там бюрократические всякие документы мои. Документы на эту таверну разваленную. Кстати, а вот сюда нам нужно. О, телега уже прибыла. Здорово, мачо, ковбой. Ты тоже качок, да? Какие у них руки. Они как будто с кулачных боев сбежали, с гладиаторских. Мешочек Эля я тащу. Тащу себе вот сюда. Нет, не сюда, подожди. Вот, все. Мы поставили Эль. Есть глазок, мы можем посмотреть, что в бочке, конечно, там Эль. Пришло время сделать, чтобы люди узнали про новую таверну. Надо придумать название, сделать красивую вывеску и открываться. Наша вывеска похожа на летящую комету, которая сейчас убьется об землю. Но ничего, мы ее починим. Раз, два, три, четыре, пять. И лого готово. Большой тролль. О, это про меня, что ли? Ну, я не тролль, я... Сейчас, подожди, давай придумаем новое название. Можно вообще здесь потыкать. Хромой конь. Одно название лучше другого. Злой эльф. Черный эльф. Плут. Добрый плут. Не, у меня есть уже название, в принципе. Поскольку это очень грязная таверна, да, но мы купили как бы... Видимо, с закрытыми глазами мы это купили. И даже непонятно, за сколько мы ее купили. Я напишу это грязный. Это будет у меня грязный. Так, второе слоган второй. Пупок. Таверна, грязный пупок. И нужно соответствующее лого подобрать. Грязный пупок кабана. Нормально, все, пойдет. Красота. Моему герою нравится. Теперь мне нужно открыть свою таверну. А чтобы открыть ее, нужно повернуть столб с вывеской. Окей. Вот тут ручки такие. Как это тяжело. Почему вот здесь вот не сделать на дверях close, типа открыто-закрыто вывеску? Почему я должен столб крутить? Ну, допустим, я повернул столб. И наша таверна открылась. Отлично, теперь моя таверна открыта, и скоро начнут приходить клиенты. Ты уверен, что к нам будут заходить клиенты? Я бы в такую таверну не зашел. Там, кстати, у нас замок, короли там живут, мы рядом с замком, а там башня, мы на приграничной территории, и там, смотри, еще дерево упало, как бы, куда люди идут, деревья поднимать, что ли, не знаю. Ну что ж, чуваки, вы такие мощные, прям это, серьезно, почему-то мне это напоминает Warcraft, Warcraft прям капец напоминает, наверное, из-за графики, из-за стилистики, барышня тоже куда-то идет. О, а там, кстати... А, там охрана стоит. Нифига себе, охранники. Ёлки-палки. О, мадам ко мне зашла. Заходите, милости просим. Красного ковришки я вам не обещаю. А вот Эля налью. Я думал, мужик первый зайдет. Ну, девчуль тоже пойдет. Нам надо набрать пивандрос. Какой пиво? Эль. По губам надо тебя бить. Создание напитка. А вот именно сейчас нужно обучение, да, мне рассказать? У меня там пиво льется, проливается на пол. Все, я это пропускаю. Бэт, я плохо налил пиво из-за этого долбанного обучения. Бэт, Бэтмен. Вот, перфекто. Все, кружечка налита с перфектом пива. Здравствуйте. Я могу с тобой поговорить? Я прошу вас уйти, ничего не сказать. Рад вас видеть в своей таверне. Вы первая посетительница. Первый Эль за мой счет. Всегда приятно заглянуть к вам, это она нам говорит. Думаю, ваша таверна скоро станет лучшей во всем королевстве. Чё, а чё? А у меня только для женщин, что ли, таверна? Почему одни девчонки заходят? Здравствуйте, я тоже вам скажу, что я вас очень рад видеть. Она то же самое сказала, что и предыдущая барышня. Пиво у меня светится прям. О, у меня подносик есть, здорово. Значит, вы первая была, все, держите. Подносик как будто можно подкидывать, как знаешь, монетку, чтобы орел и решку выкинуть, но нет. О, мужик идет. А пива-то у меня больше нет, я же не заказывал больше, правильно? 9 кружек из 10. Минуточку, я пойду сейчас закажу. А, подожди, мне, как заказать-то? Мой в кабинет надо зайти. Мой кабинет бюрократический. Доставка, мне нужно Эля. Давай десяток. О, нет, у меня столько денег нет. Ну, давай пятюню. Вези пятюню мне. Грязь на столе. Кто там насрал? Девочка, ну как так-то? За что ты так со мной?
Обслуживание гостей. Вам нужно обслужить гостей. Та-та-та-та-та. Каждый гость может оставить тебе чаевые, деньги и обосрать стол. Все понятно. Давай это убирать, что? Как будто блюануло тут. Чем зеленым? Я ее зеленым ничем не кормила вообще. Она просто эль выпила. Здорово, мужик. Я рад вас видеть. Он то же самое, что и девчонки говорит. Понятно, непонятно. Пойду за... Телега где? О, ты приехал! Красавчик, а если я вот так вот встану, ты проедешь? Он просто меня с собой везет. Пиво, 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 пиво. Мне срочно нужно пиво. Пиво, там уже гости ждут, клиенты ждут. Я не подготовился, не думал, что так сразу ко мне такое количество прибежит. Наливаем. Ай-яй, плохо, плохо льется. Вот так вот. Еще. Плохо налил. И тем не менее, эта кружка улетела, а она воняет зеленым чем-то. Ужас какой. А что, я походу сейчас все пиво разолью, да? Ну давай все. Сколько заказал, столько я разолью. Вот это вот берем. Все. У меня еще на подносе старое пиво. Пиво от девчули осталось. Вот так вот вам. А что здесь происходит? Здравствуйте. Здравствуйте. Что вам? Я могу на вынос пиво, в принципе, принести. Я хочу место у стойки. Подожди немного, ладно? А, смотри, когда я нажимаю «подожди немного», у них обнуляется режим ждуна. Да. Сейчас там попьют, короче, и я быстро принесу тебе. Вот это пиво, конечно. А, да, если я плохо пиво наливаю, я разливаю тут все и могу подскользнуться на этом. Так что надо быть аккуратным. Ну что, вы попили? Нет, там ребята вон ждут. Там у меня всего три места у стойки. Ребят, ну подождите еще. Там еще третий подходит. Ёлки-палки. Красавчик, подожди. Мне нужен Азамат Мусагалеев, который будет... которому я буду кричать. Красавчик, убеди их там подождать. О, все, место освободилось. Место освободилось, мы забираем грязные чашки. Мне с чаевыми оставили просто. И репутация поднимается, вообще шикарно. Так, кому-то отстойное пиво достанется. Кружки надо помыть, нет места на подносе. Куда их деть-то? Вот сюда скинуть. Давай, скидывай, скидывай, скидывай. А-а-а, наберите воду в колодце. Привет, пока, я не успеваю нифига. Давай, крутить вот эту штуку. Опа. Давай, шустрее, давай. Набирайся, мне, у меня там клиенты уже ждут. Все, я воду набрал. Воду набрал, быстро бежим. Почему я не могу просто... У меня там достаточно кружек, но мне обязательно нужно было за водой сходить. Без этого никак. Давай, выкидывай. Грязная посуда. Да я понимаю, что грязная посуда. Где там мой этот поднос? Все, посуду скинули. И на поднос закидываем. У меня трое сидят уже. Вот тебе не очень хорошее пиво будет. О, он сказал бет, он мне дизлайк поставил. Минус 5 эля у меня, и репутация пока растет. Давай с ним поболтаем, вот с этим чуваком надо, у которого плохое пиво. Смотри, я поговорил, он плюс вежливый хозяин, к репутации это относится тоже, когда я с кем-то болтаю. И рад видеть вас, говорю им. Они такие, о, вежливый хозяин, все круто. Так, мне надо еще пиво. Кто, не рыгайте за столом, пожалуйста, вы отпугиваете посетителей. В кабинет надо зайти. В кабинетушку мою. Заказать еще пиво. Доставка. У меня теперь денег достаточно. 80 монет, между прочим. Давай 5 эля снова закажем. Пускай едет. Двери закрываем. Надо вот здесь убрать. А то... Thank you, goodbye. Обосранец. Кто-то в мешке деньги стоит, кто-то... Так, монетками. Там посетители стояли у ворот. При входе, да? Они не дождались, они ушли. Они сказали, пошел ты! Нет места, мы пойдем в другое место. Наконец-то приехал. Можно на ходу тебя вот бочечку забрать на ходу? Не получается на ходу. Ладно, я подожду. Спасибо. Спасибо за привоз. Отлично. Сейчас я налью тебе. У меня еще три кружки есть, так что нормально. Перфекто! Отличное пиво. Ой, не то нажал. Все, берем на подносик. Держи свое пиво. А что ты пиво-то не пьешь? Какая у него рука большая, ты посмотри, стакан у него крошечным, игрушечным кажется. Я же с тобой болтал, да? Я говорил, что очень приятно видеть вас. Да, он больше ничего к репутации мне не дает. Здравствуйте, здравствуйте. И вам тоже пивасик. Эль, да что ж за пивасик-то? Что за речью я своей не слежу? Все, мне... Да блин, мне больше не надо. Одну кружечку. У вас, барышня, тоже огромная лапа, да? И стакан для вас покажется маленьким. Новый уровень! Ух ты! Да, ты посмотри на ее ручищу! Здесь мужики и барышни с огромными ручищами. Ну, я, кстати, подмечал это в самом начале игры.
Это тут протереть надо, кто-то нарыгал. Вот так вот, тружусь. Мозоль на руках уже. Еще один бычара идет, надо ему налить. Перфектом вот эля. Можно сразу все долить, да? Ой, плохой Элис. Ничего страшного, вот этот хороший ему дадим. А, ну сейчас с лотерея будет. Какой тебе достанется, плохой или хороший? Почему плохой зеленый такой, как будто там яда я крысиного подсыпал? Я же просто не долил или перелил пивасик. Надо подмести. Так, значит, забираем бабки. Плюс 15 монет. А ты мне сколько дашь? У тебя какая-то странная прищурка. Спасибо, что рыгнул прямо мне в лицо. Мне надо салфеточкой обмакнуть мои бороды и усы, чтобы стереть его отрыжку. Ну что ты, скоро? Скоро. Я, кстати, тебе... Я тебе говорил, что рад видеть тебя. О! Не... Еще я обосрал стойку. Порыгал. Вот что жизнь-то у них в средневековье, да? Метелка здесь не прокатит. Ладно, убирайся. Только салфеточки. Одноразовые салфеточки. Еще барышня идет. А у меня и пива-то и нет. Помойте грязную посуду. Точно, кстати, помыть же надо. Я совсем забыл. У меня и стаканов-то уже больше нету, да? Все, 0 из 10. Давай мыть. О, как прикольно. Буль-буль, карасики. Буль-буль, пузырики. Забавно моется. Такую мойку я еще нигде не видел. Ну, поскольку это средневековье, тут достаточно просто в воду окунуть, да? Стакан, и норм будет. Все, я все помыл, что ли? Вода у нас чуть-чуть поубавилась. Репутация. Обслужите клиентов, чтобы... Ну, это понятно. Лучше надо наливать, чтобы хорошая была репутация. О! Что, улучшай таверну. Сейчас этим займемся. Я пиво еще дам, девочки. У меня... Ну вот, ладно, давай мы ей плохое тогда дадим. Выпивай. Ну, я понимаю, что плохо, но кому-то же надо его выпить, этот стакан, а то он будет вечно у меня на подносе. Ты уж извини. Сейчас еще вот это помою. То, что я насобирал. Так где там поднос-то мой? Вот. Так. Пойдем, значит, сюда. И улучшим что? Что нам нужно улучшить? Купите новый уровень таверны. Ага. Новый уровень таверны. Второго уровня. Расширение таверны, новые клиенты, новая мебель, новая декорация. Покупаем. Красота! Стало больше места и, соответственно, можно еще больше захламить свою таверну всяким барахлом. Осмотрите таверну. Да что, я ее как будто не видел. Ну вот тут вот квадратик добавился, да, расширился. Теперь я могу поставить новую мебель для клиентов. Для клиентов. Точно, точно, точно. Столы. Не хватает столов. Чтобы обслуживать больше клиентов, покупайте, размещайте мебель. Окей. Откройте свой инвентарь. Используйте это, понятно. Группы гостей. И такое будет возможно. Если к вам пришла компания, они хотят сесть за отдельный столик. Да нет проблем. Группа гостей для 3-4 человек. Вам понадобится стол на 4 персоны. О, как. Давайте-ка мы пока прикроем свою таверну. Уходи, уходи, не надо сюда идти. Уже ночь. Ну, учитывая, что я как пап работаю, можно было бы и это, ночного посетителя обслужить. Ночью посетители таверны становятся меньше. Вы можете, если захотите, закрыть таверну и лечь поспать. Да, вот я это и хотел сделать вообще-то. Я опережаю события. Что ж, вот это мое. Не трогай, не садись сюда, не садись. У меня, в принципе, выпивка... А, последний стакан у меня остался там. Вот этот я наливал ей. Держи и проваливай. Можно было, в принципе, ей сказать «уходи». Вот тут вот, прошу вас уйти. Но я уже ей налил стакан, так что. Выпивайте, пожалуйста. Давай-ка мы сейчас зайдем сюда и прикупим мебели. Прикупим мебели. Вот она. Столик на 2 персоны. Нормально. И еще мне нужно купить ресурсы. Я могу как-то это все вместе сделать? Нет, мне тогда на стол не хватит. Давай, 3. Стой, где? Мебель. Ага, все. Это вместе со столом 50. Ну, тогда можно... Ладно, с доставкой все. Пускай мне привозят. Деревянная мебель и... Простая мебель деревянная. Это не важно. Я еще, знаешь, что хотел? Мусорку сделать. Давай купим мусорку. Какая шикарная мусорка. Не думаю, что в средневековье вообще думали о них. И они были там. Там все под ноги кидалось. Мусорка. Теперь вы можете выбрасывать плохо получившись... А, вот я пивос теперь могу туда выкидывать. Это здорово.
денежку стали. И обрыгали стол. Конечно, конечно. Не думал же я, что девушки на такой способны обрыгать стол. Все. Вытираем. Там конь приехал с доставкой. Надо посмотреть, что там, как дела. 4%, 2%, все, вытер на 100. О, вот это убрать надо. Ящик огромный. С мебелью. Куда мы будем ставить стол? Стол, столище. Вот сюда мы его поставим. Значит, на таб. Откроем инвентарь. Мебель. Достать и развернуть его хочу. Чтобы повернуть налево, нажмите «Я». Я нажимаю. Чтобы повернуть направо, нажмите «Ч». Чтобы убрать инвентарь, нажмите «А». Ну что, вот у окна отличный вид будет, по-моему. Сейчас поровнее поставлю. Ой, я не это хотел. Нет, я хочу поставить, а не убрать. Что, что? Я просто хотел разместить прям ровно, вот. Между вот этими развалинами накрытыми будут сидеть мои товарищи бухать. Декор. Можно картины, цветочки. Ну, все для, так сказать, комфорта, для уюта. Наливаем еще. И еще. Все сейчас развалим. По перфекту. Всего 3 кружки. Надо еще будет заказать. Пойдем посмотрим, что еще мы можем. Закажите и получите декорации. Доставка. Украшение. Кактус. Серьезно? Только один кактус? Ну ладно, пусть будет кактус. Надо было еще пиво заказать. Эх. Бар. Мы можем улучшить бар. Улучшение рабочего места, больше посуды, сиденье за стойкой. Обязательно это купим. Сейчас у нас 2 ночи, пойду посплю, наверное, пока там еще и доставочка едет. Надеюсь, тут клопов нету, а то я буду чесаться. Уснуть до утра. Иди спи. Получил достижение. Кстати, у меня что-то есть этот сейф. Займ. Вы можете взять займ в гоблинском банке, но вернуть придется больше. Не думайте обмануть банк, коллекторы дадут о себе знать. Даже коллекторы существуют в виде гоблинов, видимо. Страшно, я не хочу брать микрозаймы, а то меня потом где-нибудь в черном переулке отмутузят гоблины. Все, в принципе, декор я притащил. Мы его поставим на, прямо на стол, можно его, интересно, поставить? Мебель, физические объекты, вот прямо на стол, давай поставим. Он как будто машет мне, передает привет. Повысите свою репутацию. Да нет проблем, только открыть таверну надо. И пока мы будем ждать новых посетителей, можно, кстати, заказать еще эльчика. Я хотел сбегать до охраны, посмотреть, насколько они круты, какое у них мундирование. Сейчас доставка, ресурсы, эля на все. Еще 4 кружки эля я смогу себе купить. Уже чувак идет. Ну, садись, я к тебе сейчас подойду. Я сбегаю до охранников. Дико любопытно на них взглянуть. Ага, тут у нас прям перекрыто. С мечами стоят. Здрасте. Я не впущу тебя в замок без приглашения короля. Обращайся к нашему капитану или проваливай. Мечи у вас, конечно, крутые, ничего не сказать. Ладно. По всей видимости, мы туда можем реально зайти. О, только что передо мной появились. Вы что, маги? Мы сможем туда попасть после того, как наша таверна взлетит по репутации, и король приметит нас и скажет, типа, а загляни-ка ко мне и устрой там пир. Я такой, да, без проблем. Пиво, значит, да, выходите, сударь? Пожалуйста. Выпивайте. А, еще надо же поболтать со всеми, я про это забываю. Это повышает уровень моей репутации. За конем надо сходить. Здорово, конь. Мне же, по сути, конь привозит это все, так что человек мне не важен. Я, опа, там за столик сели. У меня как раз для вас есть... Че ты орешь-то? Я подошел к тебе, не глухой вроде бы. Такой, прям в ухо мне орнул. Такой, авизат! А я говорю, а я здесь! Ему тоже в ухо орнул. У меня же есть, да, надо 2 кружки, у меня всего осталось. Помыть побольше посуды. Обслужи 20 клиентов, получи достижение. Я вообще молодчик. Бизнес прет, слушай, не думал, что у меня будут тут какие-то проблемы с этим. Ну, точнее, я думал, что будут какие-то проблемы, потому что, как бы, таверна на районе, возможно, она не одна, и конкуренция, все дела, ну, сам понимаешь, да? Сложно с нуля выстрелить в таком пивном бизнесе.
Я рад вас видеть. Я, кстати, вон тем товарищам не сказал, что я рад их видеть. Ну, ничего страшного, они уже свалили. А грязную посуду не желаете? Ладно. Держи. А я пойду... Вот это надо убрать. Сейчас. Вот. А это помыть. Все, моем. 6 посудин. Спанч Боб почему-то мне напоминается из-за пузырей. А еще мне нравится, как я помытую посуду просто выкидываю куда-то направо. Как будто на помойку. Как одноразовые стаканчики. Все, посуда вымыта. Мне надо будет потом в следующий раз воды еще сюда притащить. Почему я не могу взять кружку в руку? Одну кружку, ну или две в две руки. Обязательно нужно поднос доставать, да? О, у вас платье прям. Ну, протрите своим платьем на стол. Thank you, goodbye. Goodbye. Но я с тобой не прощаюсь. Приходи к нам еще. Что еще можем налить? Еще наливаем. И сейчас попробуем что-нибудь прикупить или улучшить. Знаешь, что обидно? Если я плохо налью пиво, это я его, в принципе, могу выкинуть в свою мусорку. Кстати, где она? Я ее так и не увидел еще. Где моя мусорка? Мусорка! Мусорка! Ты где? Где мусорка-то? Блин! В смысле нет мусорки? Как это ее нет? Сейчас буду искать мусорку. На. Я еще вон там бабки не забрал, слушай. И не это. Стол не почистил. Вот. Плюс 30 монет. Что, неплохо. Не дурно. Здесь тоже надо забрать монетку. И вот, а, уже не вместится. Тогда вот это мы здесь... Не ту кружку я убрал. Не то вообще я убрал. Ладно. Вот это я хочу взять. Вот грязную посуду. Да пошло оно все, короче. Садись, я тебе сейчас стакан пустой дам. На. Вот, отлично. А это все на мойку. На мойку. И посуду мне надо помыть, да? Потому что, а нет, у меня 4 кружки еще есть. И вообще неплохо было бы заказать еще Эля. Сейчас это сделаем. А у меня тут помощники будут? Мне бы не помешало тут подопечные, если честно. Пойдем, короче. У меня 90 монет. Посмотрим, что мы можем сделать. Улучшить мусорка. Где она у нас стоит? Где-то стоит? Но я не знаю где. Бар. Вот бар улучшим. Я улучшил бар. Больше посуды. Сиденье за стойкой. Пойдем глянем. Плюс одно место добавилось. Ха. Это несерьезно. Блин, да где мусорка-то? Где может быть мусорка? Мусорка. А, вот она, блин, как я тебя не увидел-то сразу. Все, пойдем, короче, доставочку замутим. Элечка. Элечка, Элечка, мне ресурсы надо. На все 40. На все 40 доставляем. Спасибо за денежку. Я просто уже не успеваю поболтать со своими посетителями. Сказать, какие они крутые. Но поскольку у меня сейчас доставка, в принципе, я могу это сделать. Вам ничего, кактус тут не мешает? Я могу его переставить. Ну, вроде у них все ок. Вроде они через кактус тоже болтают. Обычно за этот стол садятся товарищи, которые хотят поругаться, потому что между ними кактус. Конь приехал, я слышу. Коняха, привет. Спасибо, что привез мне Эля. Надо бы еще убраться. Вот ночь наступит, надо бы прибрать свою таверну. 8 Эля. Сейчас все разолью. Перфект. Почти до плохого разлива доехал. 3 кружечки, и мне хватит. 3 кружечки нам хватит для всех посетителей. Здрасте. Мордасти. Держите. Вот. А что вы там стоите? Заходите, пожалуйста. У меня место-то есть. А, для двух... мы с другом хотим стол на двоих. Я понял. Я сейчас посмотрю, что могу сделать, но у меня денег, в принципе, не хватит. Так что я не посмотрю. Извините, ничем помочь вам не могу, раз вы не хотите. Я поубираюсь у себя в таверне. Мусор надо убирать. В основном одна грязь осталась. Все разбитое, что было. Ты посмотри, сколько здесь следов. Вы че? Свиньи. Вы приходите сюда есть и пить. Ну, в основном пить, конечно, но... Чё вы такие засранцы-то? Мне кажется, животные почище будут. Так. Тебе, да? А чё ты мне кричишь «гудбай»? Руку поднял «гудбай». Сейчас я тебе напиток «гудбай» приготовлю. Текила-бум называется. Элевский. Держи.
Новый уровень. Я достиг его. Чё, я еще хотел прибраться. Надо прибраться, в чистоте держать. Ну там понятно, что надо обрыгашки убрать. Вот это все тоже подметаем. И в целом тут все уже чисто. Я все убрал, за исключением разбитых всяких коробок и прочего хлама, который я не знаю, куда выкинуть надо. Что, купите новый уровень таверны. Опять? Давай прикупим улучшение. Таверна третий уровень. Соточку, да у меня нет столько денег. Стол для блюд. Стол для хранения заказов. Склад. Расширяйте склад, пока мне это не надо. Главное оружие повара, сковорода. И бар второго уровня. Ладно, надо денег копить. Надо денег копить. Я, кстати, вот это сейчас соберу, посмотрю, сколько у меня тут денег будет. Там люди по... Два человека хотят места. Сейчас я... А, убрать некуда, поднос забит, понимаешь? Так вот. Так вот. Вот так вот, вот это вот убираем. Протираем. Готово. Все готово. Блестит. Заходите. Ага, идут. Надо еще одну баночку эля налить. И пойду я сейчас состерну стаканчики. Садитесь уже, давайте. Приземляйте свои пердаки. Мускулатурные. О, держите. А отдыхать я пошел посуду помою. Столько дел, не развернуться, не провернуться, просто капец. А, еще воду же надо набрать, что-то будет. Вот так вот. Вот так вот. Все, да? Все. Нет, еще не все. Мне там просто кто-то hello крикнул. Я так... Я кружку выкинул, да, по-моему? Не в ту сторону вообще. Все, вода закончилась, надо за водой еще сходить. Здрасте. У меня для вас как раз последние две кружки. Вкуснейшего эля, пропитанного навозом. Берем. Вот так. Там уже все. Столик освободился на две персоны. Заходите. Заходите, если хотите. Я тут сейчас все уберу, протру. Давай, быстрее. Три. Ага. Стол чист, готов. Заходите. Что у меня? 100. У меня соточка. Можно, в принципе, улучшить свою таверну. Улучшаем нашу таверну. Для третьего уровня. Расширение таверны. Новые клиенты, новая мебель, новая декорация, уникальные гости, новые события. Туалет у нас появится. Новые рабочие места. Покупаем. Сортир из Шрека. Я понял. Это намек, это отсылка. Круто будет, если к нам зайдет в гости Шрек. Со слом. Ну или хотя бы осел. Это забираем на мойку. На мойку я говорю, хотя воды у меня нет. В туалет мы сейчас сходим, только воды наберу. А то смыть нечем будет. Свои какашули. Все, набрали. В туалет... А, туда барышня уже пошла. О-о-о. Можно же подглядеть. А я не знал, что девочки стоя могут. Ну, ой, фу, она там пердит. Но в будущем лучше не оставлять его надолго грязным. Вонь будет ужасная в туалете. Теперь в таверне есть туалет. Иногда клиенты будут заходить в него. Грязный туалет будет наносить урон вашей чистоте. Капец. Вот что значит дружелюбная игра, да? Тут нет врагов, но есть туалет, который будет наносить мне урон. Так, я вам давал кружки? Нет, не давал. Надо шель заказать. Эля нету. Ребят, вам придется подождать. Мне нужен менеджер по доставкам, по заказам. О, сосиски, колбаски появились. Что ж, бизнес процветает. Вроде бы по чистоте все. Ну, тут только кто-то следы оставил свои. Сейчас мы подметем. Вот так вот. Ждите. Ваша очередь тоже скоро настанет. Пойду в туалет зайду, гляну, как там вообще обстановка. Он и конь приехал. Все уже чисто. Барышня, видимо, здесь набздюхала и за собой убрала. Закажите колбасы для клиентов, 5 штук. Сейчас. Мне Эль нужен сперва. Эль. Мне надо еще подойти к этим клиентам, сказать, что я очень рад их видеть, чтобы они мне чаевые там оставили хорошие. Сейчас, здравствуйте, я принимаю ваш заказ и иду наливать вам пиво. Оставьте, пожалуйста, мне чаевые за длительное ожидание вашего пива. Блин, пиво, капец, какой же это дубина. Эль, это Эль. Ты спросишь, чем отличается пиво от Эля? Много чем.
как минимум приготовлением и составом. Вот. Все. Все кружки налиты. А, у меня, кстати, была еще одна кружка в загашнике, в моем кармане. Все, я отдал им пиво. Они рады. Пойдем. А, денег нет. Хотел заказать колбаски, но, увы. Сегодня в меню, Эль, по 10 монет. Бабуля пришла. Гадалочка, здравствуйте, здравствуйте. Новые персоны. Новые всякие интересные. Она сюда за стойку сядет, интересно, или как? Необычные клиенты. Вы становитесь популярны и привлекательны. Привлекайте внимание. Иногда к вам могут зайти необычные клиенты. Кто-то просит о помощи, а кто-то может буянить. Чтобы поговорить с клиентом, кликните... Мы сейчас поболтаем обязательно с этой бабулей. А, она прям встала у входа. У вас не будет монетки для меня, ваша светлость. 15 монет отдать? Нет, проваливай отсюда, старуха, у меня нет денег. Нищенка уходит и дает вам репутацию минус один. Ах ты засранка. Я бы тебе мог кружку Эля бесплатно дать, если бы ты попросила. У меня просто нет денег и заплатить. Конь, ты приехал? Ты приехал? Вон, конь. А то... Нет, мне кажется, что у меня галлюцинации. Я почему-то подумал, что конь приехал. Но коня нет. Потому что я ничего не заказывал, так как денег нет. Вот я вообще... Я поехал уже. Все, с этой таверной. Вот теперь деньги появились. Столик утираем. Хорошо его трем. Кактус надо отсюда убрать, он только мешается. Где они тут еще что засрали-то, блин? 30 монет. 30 монет, и мы покупаем колбаски. Раз, два, три, четыре, пять. Доставка. Можно было еще одну бутылку, точнее... Стакан пива заказать. Ну, ладно. Уже ладно. Садитесь, присаживайтесь. Вот. Я вам, конечно же, скажу, что рад вас видеть. Они уже чокаются. Ваше здоровье, да. Очень приятно, что за мое здоровье пьете. Так, шо? Посуду помыть? Давай посуду помоем. Колбаску привезли. Я уже слышу ток-ток-ток-ток. Конь там что-то везет. Отлично. Ну все, в принципе, все. Сейчас коня там. О, колбаса не в мешках. Нифига себе. Ты видал, как там колбаса приезжает? Вон. Занюхаться можно просто. Кто-нибудь колбасы хочет? Закуски. Клиенты могут заказать не только напитки, но и закуски. Ну, что логично. Чтобы взять, нажми LKM. Разберемся. А где деньги? Деньги-то где? Где деньги? А, мешок прямо посередине. Короче, надо вот этот горшок убрать куда-нибудь. Вот сюда его поставить. А то он мешает деньги забирать. Все. Плюс 30 еще. Напитки надо заказывать. Заказано. Еще бы стол, конечно, заказать, но пока с деньгами туго. Очень туго. Напиточки 5 штук. Заказываем. Улучшение. Не хочу пока ничего улучшать. Хочу. Мебель. Деревья. А, мы пока доставка идет, ничего не... Вот это тупо, что ты что-то заказал, и ты не можешь во время доставки, пока она едет до тебя, что-то еще другое посмотреть в магазине и докупить. Это как-то тупо, глупо. Чуваки, у меня одно пиво на двоих, вы уж извините. Один клиент доволен, другой не очень. Подготовьте колбасу. А что ее подготавливать? А, ее развесить нужно было. Ну вот, я подготовил. Теперь ее можно как бы брать. Пожалуйста. Подать L10. Десятку Эля! Я мало заказал. Ну, бери уже мешочек этот. Десятку Эля, это, конечно, сильно. Уже, кстати, ночь на дворе. И пора закругляться. И вообще, ролик уже слишком длинный выходит. Мы сейчас таверну свою закроем. Держи. На вынос пива кому надо? Не-не-не, чувак, ты не уходи. Куда ты пошел? Пошел в пекло. А я, они все ушли за этим чуваком. Ну, потому что я же таверну закрыл. Логично. Колбасу кто-нибудь хочет? Я могу колбасу вам предложить. Ладно. Надо колбасу все-таки попробовать кому-нибудь продать. Сейчас, подожди. Колбасень. И у нас 10 золотых есть. Можно, в принципе, там же все, приехали, да? Сейчас деньги с этих чуваков возьмем. Они уже заканчивают там выпивать. И попробуем купить себе что-нибудь другое. Ну, по-любому мне нужен L и еще стол я хочу один.
500 монет получи. Достижение. Спасибо за вашу грязную посуду и необрыганный стол. Вот за необрыганный стол точно спасибо. Чё, 40 монет? Пойдем. 40 монет — это хорошо. Можно, в принципе, купить уже и стол на 4 персоны, прям, прикинь. Нет, мне надо вот так вот. И мне надо ресурсы. Вот, вот насколько я смогу. Одну. Один стакан эли заказал. Ну ладно, ничего страшного. У меня, в принципе, тут еще есть чуть-чуть. Ой, а сколько времени-то я забыл посмотреть там? Какая ночь? Если глухая ночь, то, в принципе, можно уже и пойти поспать. Все равно никто не придет. Сколько там? Что там? Ага, начало первого ночи. Ну, как мы видим, тут... А нет, кто-то ходит еще. Шарошлепается тут по ночам. Чувачки какие-то одинокие. Конь, я слышу коня. Привез мне стол и пиво. Пиво, да чтоб меня! Сковородой мне по лбу. Эль! Так, и стол мы еще один поставим. Куда мы его поставим? Ну, давай, давай вот у другого окна. Кстати, а куда здесь мое барахло пропало? Что интересно. Видимо, короче, расширяется... Когда я покупаю второй... Купил второй уровень таверны. Там было написано, расширяется ваша область помещения. Она расширяется за счет хлама, который я накрывал. То есть, видишь, его здесь уже нету. Ну и освободилось место. Я-то думал, сама таверна будет увеличиваться. Здание, то есть. А оно вон как вышло. Подметем. Вот идут и гадят. И нас наследили тут. Обосранцы. Убирать только успевай за вами. Больше вроде бы нигде не срали, да? Нормально все. Колбасочки не хотите? Сосисочки? О, одну. Вот. Нормально, нормально. И одну колбасень. Пожалуйста. Сейчас хочу. Блин, ну как они кружку хватают своей ручищей? Колбаса вот подстать... Причем, я думал, мужик будет колбасу. Нет, дама, видимо, очень проголодалась. Зашла на палку с колбасой. Что ж, ладно. Пускай они чаевничают, ну как чаевничают, бухают, наслаждаются природой ночной. Я хочу посмотреть, а сколько, кстати... А, ну написано, что колбаса стоит десятку, так же, как и эль. И можно, в принципе, закрывать. Потому что 2 часа ночи, у нас 4-й день, в принципе, бизнес прет. Можно немножечко даже досочки потрывать, пока дела нет. Вот так вот. Это как-то влияет на мою репутацию или еще что? Нет, это просто я делаю для себя, для красоты. Вот тут тоже досочку надо убрать, потому что именно здесь у меня стол. Грязный стол у нас. Значит, посетители попили, поели и свалили, да. Одна ушла, вторая ушла. Как-то они порознь пошли. Вместе пришли, а порознь ушли. Видимо, что-то не договорились. Плюс 25. Блин, надо было с ними поболтать, они же мне больше денег бы оставили. Ну ладно, ничего страшного. Ну что, вроде бы все. Таверна «Грязный пупок» очень хорошо себя зарекомендовал. Репутация отличная. Если тебе понравилась эта игра, и ты хочешь увидеть продолжение, как будет развиваться мой бизнес, тут у нас еще кухня огромная, здоровенная. Мы что-то тут будем готовить, видимо. То с тебя лайк, если ты захочешь увидеть продолжение. И подписочка. И не забудь подписаться на другие платформы, если вдруг у тебя YouTube плохо работает. Так что спасибо за просмотр. Я вернулся. Видосики снова будут почаще. Увидимся в новом ролике. Так что до встречи. А я пойду вон туда еще схожу, гляну, что там дерево-то упало. О, светлячок летает. Можно с вами прогуляться, да? Вы же не против?